блядь, Влад Бумага! Сорян, типа... Кто же знал, что ты обидишься на слово «пидор»? В общем, сегодня мы с Лизой смотрим клипы русских блогеров, людей, которые думают, что раз не достигли большого количества подписчиков, как она, да, то они супер талантливые. Да, блядь, дай мне нахуй, дай мне 3 дня, я всех перегоню. Ну, короче, список чисто без названия, для меня сейчас будет нахуй удивление. Открыл глаза, все офигенно, шею свело, смотрю только влево. Жарю яйцо, но в это мгновение дядька форм. Яйцо. Сальто с момент проблемы, такая, типа... приземлился, ударь. Короче, мне интересно, это каскадер или все-таки нет, потому что так упасть на копчик нужно уметь. Думаю, такие парни, как Влад Бумага, умеют правильно на копчик приземляться, типа там. Жопка сжимается крепко-крепко. Забыл про теплую постель, готов убежать. Уже на край света, я даже готов в ПТУ сейчас поступить. Я, конечно, патриот, но военком меня не найдет. Я забуду про свой дом, теперь точно никто не найдет. Конечно, патриот, но военком меня. Блять, почему тут нет рифмы? А, потому как что рейпер, он сам писал йоу, текст. Давай, где рифма? Потому что он писал сам текст. Вот почему нет рифмы. Рики Ф, ссылка в описании. Конечно, патриот, но военком меня не найдет. Я забуду про свой дом, теперь точно никто не найдет. В защиту Влада Бумаги могу сказать, что это все-таки комедийная пародия. Здесь не важно, умеешь ты петь или нет. Звучит отвратительно, типа. Да, звучит хуево и плохо, но... Это пародия на музыку, что ли? Это пародия на Тает Лед. Сон приснился мне, я как будто в армии. Я обниму ружье, чтобы не стало холодней. На самом деле, я не знаю, зачем Владу Бумаге такой автомат. Влад, я считаю, что тебе нужно использовать настоящий, аутентичный, розовый автомат Калашникова. Могу даже со стикером. Пиши, пожалуйста, мне в личку. Да, мне кажется, это слишком мужественно. У тебя есть патроны? Слава России! Я собрал просто Greatest Hits Volume 1, все мои любимые клипы. Блядь, если там нету Игоря Синяка, ну, ладно, твой любимый клип. Блядь, этот я не видела. Тебя уже нет силы. Будем считать, что я взял тебя на прокат. А кто его друг? Какой-то пидорас. Он поет песни про очко Артема, как он его крутит и взял его на прокат. Я верчу. Хочу его, хочу. Снова спинер я лечу. Спинер — это метафора с очком его друга, видимо. Хочу его, хочу, но это про друга его, не про спина. О. Мода, тренд. Кручу, кручу. Миллион просмотров. Два. Хуй себе, пидорас, блядь, 600 тысяч так собрало. Всем лежать. У него пошли вот эти рэперские штуки, типа, звила. Скоро, Артём Кизда. Я не знаю, почему у него сначала написано название трека, а потом его имя, хотя у всех обычно наоборот. Там сколько? Одно число растишее в клипе, в куплете? Да. Ну, понятно. Нормально. Скоро каждый блогер будет покупать себе этот, знаешь, родина поэтов, свитшот, типа, как у Оксимирона, ходить в 17.03. Нормально. Йо! Почему это... у тебя стоит дизлайк? Прод, давай лайма, блять, я мечтаю, чтобы мне давай лайма спродюсировали. На этой планете, на целом белом свете, по движению танца крэк, делаем мы снова степ. Я знаю, вот два твоих главных хейтера объединились в один клип. Красные купюры лес нагреют. Вот я каждый раз думаю, вот он понимал вообще про чем поэт? Он поэт про взятки мусорам, про оборот наркотиков, типа про хуйню в стране. Да, типа красные купюры. И причем вот это с его видом, с порванными коленками, вообще несопоставимо с тем, что он поет. Ему сколько здесь? 18 было? 16? Блять, похуй. Кажется, ситуация особо не меняет, типа... Самый дерзкий план. Друзья с прокуратуры мутят самый дерзкий план. Лежит ты в воздух. Слышишь громкий отзыв. Твоя киска рядом. Мяу. Хоть бы телку пригласил сказать мяу, ей-богу. Я на пафосе. Пафосе. Ты на пафосе. Пафосе. Мы на пафосе. Пафосе. Ты на пафосе. Я на пафосе. Мы. Да
блять, когда уже мы будем на пафосе? Лучше быть на пафосе, чем на контракте с Далай-Ламой, типа. Подходи так близко, кумиры кисок, будто мой вискас. Она так хочет курить со мной, Винстон. Похоже на двух каких-то, короче, амфетаминчиков на помойке. Поехали, поехали. Вот это вот шикарный вообще кадр. Я ставлю этому клипу 3 Эдвардов от F из 10. Один за Эдварда от F, другой за СНК, третий за тёлку. Знаешь, Лиса, я вот понял, почему ты такая злая в интернете. Постоянно гонишь на Влада бумагу, на Эдварда от F, на других нормальных пацанов. Ну почему? Да потому что у тебя парня нет, аж очевидно. А вот если бы ты сидела на Баду, то у тебя все было бы отлично в личной жизни. Вот допустим, с кем ты хочешь переспать? Блять, кроме Эдварда Атевы. С собой? Окей, тогда смотри, новая функция двойники. Добавляем фото тебя, ну то есть фараона, давай. Допустим, да, и смотрим. Какое фото фараона? В смысле фото фараона? Да вы с ним похожи, давай добавляем фото фараона. Чем не ты? Ты будто в зеркало смотришь. Вот я вот смотрю и не вижу, типа... Руслан, мы с фараоном не похожи. Ну да, Влад Бумага натурал, конечно. На самом деле функция довольно-таки универсальна. Например, мне в подростковом возрасте очень импонировала актриса Дженнифер Лав Хьюитт, но, само собой, встречаться я с ней никогда не мог. Я в России, она в Голливуде, и все против нас. Но сейчас я могу забить ее фотографию, нажать функцию двойники, и оба-на, буквально одно лицо. Смотрите, господи. Раз, два, три, Дженнифер Лав Хьюитт и... все на ваш выбор. Помимо этого, в приложении вы можете найти себе каких-то друзей, спутников в кино, в бассейн, на какую-то тусовку, ну или, конечно же, спутника по жизни. Будете ходить вместе в кино, дарить друг другу конфеты, цветы. Это ведь прекрасно, поэтому скачивайте приложение Баду по ссылке в описании. Ну а мы с вами продолжаем. Что ты знаешь вообще о привидениях? Блять, у Масленникова есть свой клип. Сейчас вообще без любой предвзятости будет мой любимый клип. Я надеюсь, что Лиска его тоже оценит. Давайте посмотрим. У Масленникова есть трек. Доширак, рак, доширак, рак. Не тупи, приготовь его вот так, так. Доширак, рак, доширак, рак. Не тупи, приготовь его вот так. Блять, вот чувак просто прошел самый великий жизненный путь от ловли привидений в замках, блять, до тверка на гироскутере в шубе бекрашенбош. Почему это выглядит так отвратительно? Потому ужасно. Что это видео Дмитрия Масленникова, блять, еще не очевидно, что ли? Это отвратительно. Я обожаю доширак, что там делает Я обожаю мясо? Дмитрия Масленникова, блять, и что? Охуенный чувак, ловит привидений, блять, делает, проверяет лайфхаки. Ну что, сегодня у меня в руках какая-то хуйня. Но это не точно. Ой, сейчас. Ну вот так гораздо лучше. Да, вот это вот, я считаю, можно подписать под оскорбление чувств верующих. Если Дмитрий Интео нас сейчас смотрит. Дмитрий Интео, я хочу сейчас обратиться к вам. Если вы смотрите это видео, обязательно обратите внимание на Дмитрия Масленникова. Мне кажется, его нужно под оскорбление чувств верующих подписать, и чтобы его посадили на 10 лет к тесаку или еще куда-нибудь. Вот. Из оскорбления чувств всех графических дизайнеров вот за вот этого шрифт стеснением, блять. Типа ты просто посмотри. Ну и по традиции, если мы с вами собираем 70 тысяч лайков, выходит новое видео. Наверное. О, бля, я фанат. Это пиздатый клип. Да, ебать, включай. Серьезно, фанат этого? Нет, это... Отлично, от тебя отказывается уже пятая няня. Мам, я не хочу спать. Меня там ждут Ну ладно, пацаны ждут, мам, типа, успокойся, я пидорас, я ебусь в очку, какие телки, господи. Да, типа, не ври, ты же блогер, типа. Если некогда тебе воспитывать детей, или время ты свое не хочешь прожигать. Вообще в рэпе есть очень много людей с дефектами речи. Есть Гуф, есть Бульвар Депон, он типа просто под Ксанаксом. Есть еще куча всяких рэперов, которых просто, ну, физиология не позволяет что-то выговаривать. Вот Брайан Мапсер, как думаешь, что у него? Я думаю, Брайан Мапс от природы такой. Мне кажется, объясняла, Питер, короче. Вот этой темы не понимаю. Это чувак, по-моему, в каждом видео переодевается в женские, блядь, шмотки. Типа, окей, я тоже один раз так делал. Ты тоже как-то в женские вещи одевалась ведь? Нет. Ну, типа, мне кажется, Брайан Мапс... Руслан, нормальные люди в женские вещи не одеваются. Ну, мне кажется, Брайан Мапс, типа, чаще тебя платье одевал. В этой жизни, типа, серьезно. Буду бегать за ребенком, сопли вытирать. У меня же в воспитании есть секрет один. Я всегда стараюсь детям. Или дать ноги в живот. В темноте побудь в желании молча, маленький урод.
Флёу лучше, чем у Дмитрия Ларина. В диве никогда не унываю, потому что в вашем доме я бухлишко попиваю. Бархатные ручки, не четыре иконы, блядь. Это не бархатные ручки. Причём, смотри, одна икона... Это лубрикант. Одна икона не влезла, и на стену приклеили, видишь, она, вряд, типа, на тумбочку не влезла, блядь. Мне кажется, его... И чётки, блядь. Я не понимаю, они, типа, его мать настолько много оберегов дома навесила, чтобы вот этот пидорас просто, блядь, вышел нахуй. Она всю квартиру, блядь, чётками, пентаграммами, блядь, кошку зарезала посреди комнаты, иконов, блядь, наклеила. Нет, чётки заебили. Может, это батин у него? Думаешь, у него есть отец, типа, блядь, обычно у таких вот семей, где вот такие дети, блядь. Я, ну, вроде думала, меня, я тоже, думала, я тоже раз без отца. Я тоже раз, блядь, без отца. В смысле, я тоже одеваю парики на видео и корчусь, типа, блядь. Брайн Мапс — это мой протеже, типа. Если спать малыш не хочет, я не буду заставлять. Я же не хочу представлять, блядь, что, братан, что вот это такое, вот это. Все, ужас. Кагэл, Конфуций, Даша, рак, рак, не тупи, приготовь его, нет? Нет, окей, братан, хватит. Чего все блогеры прикопались к этому дошираку? Старайтесь соблюсти. Мы поменялись местами, потому что... Что лист тебе популярнее. Да, я такой... у меня жопа затекла на этом стуле сидеть. Да, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал Руслана, подписывайтесь на мой, может, не подписываться, там и так уже много подписчиков. Слушайте только правильные треки от видеоблогеров. Мои. Лайки правильные, репосты настоящие, да? Что, нормально? Ебошки, бля. Скандал на скандале. Заебешься, потом склеишь.